В одном монастыре жил некогда старец, духовной жизни человек. Он принимал исповедь братии, был ее духовником. Подвязался здесь и послушник, который мечтал поскорее стать монахом. По благословению он охотно проводил экскурсии и непременно рассказывал паломникам о красоте монашеского подвига. Жила при обители и блаженная. Бог часто открывал ей судьбы человеческие, правда, она это скрывала и выдавала себя за простую нищенку. Монах должен быть как птица небесная. По слову Спасителя, он не сеет, не жнет, но сам Господь его питает. Монах не должен иметь попечения ни о чем земном, потому что главная его задача – это спасение и молитва за весь мир. В этом и заключается красота монашеского подвига. На этом наша экскурсия закончена. Спаси, Господи. Господи, помилуй. Спаси, Господи. Спаси, Господи. Спаси, Господи. Подождите! Постойте! Погодите! Подождите! Подождите! Как это вы сейчас красиво все рассказали! Редко найдешь человека, чтобы так все понимал. Знаете, я своим соседкам все время говорю. Ну, сходите в монастырь. Ну, вот же он, рядом. А они нет. На дачу огурцы сажать. Ну, ой, только о земном и думают. Только о земном и думают. А у вас такой талант. От Бога талант, это я вам точно говорю. Ой. Спаси, Господи. Ой, вот-вот-вот. Дар слова. Спаси, вам Господи. Надо книги писать. Спаси, Господи. Особенно мне понравилось, как вы глубоко сказали про красоту монашеского подвига. Как птицы небесные спасаться и молиться за весь мир. Думают только о земном. А у вас такой талант. Редко встретишь человека, который бы так все понимал. Книги писать. Вам надо книги писать. Ты на часы смотрел? Что? На часы смотрел? Что? Извините. А что? Да полчаса машина стоит. Ее разгружать надо. А ты тут языком трепишься. Так я же на послушание. Да ну, это послушание, языком трепаться. Языком трепаться? А ну попробуй, сам-то небось и двух слов не свяжешь. Ну, давай, изреки, а? Слушай, ты прости меня, пойдем лучше трудиться. Благословите, батюшка. У тебя какое послушание? Ну вот, вожу экскурсии, рассказываю про обитель, про монашество, ну и как благословят. Завтра благословляю тебя идти на кладбище. Угу. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. И как увидишь, что покойника несут, угу, поноси его самыми последними словами. Это ругать, что ли? Обзываться, бронить, все, что в голову взбредет. Спасибо. Да вы что, батюшка? Да как я это смогу? Бог благословит. А? Батюшка. Совсем из ума выжил наш духовник.
ругайся. Да как можно на покойника ругаться? Я что, дурак или болящий такое исполнять? Ой, а благочинный туда же. Я ему одно, его как заело. Раз батюшка благословил, значит иди. Да что же это такое? Ай! Ай! О! Тоже на послушании. Так ведь со смыслом. Таскают. Не, лучше мешки с мукой таскать. Не пойду я на кладбище. Ой. А что я на исповеди скажу? Почему ослушался? Скажу, что духовник из ума выжил. Ага. Вот тут-то мне эпитимью-то и наложат. Ой, придется идти ругать. Чушь какая, а? Господи, благослови. Фух. Принесет сегодня, и никого не привезут. Не каждый же день здесь похороны. Господи, помилуй. Эти ж меня сами здесь схоронят. Ой, мы же другие похороны подождать. А вдруг не будет? Как же его ругать-то? Господи, благослови. О. Это был плохой человек! Тот, которого вы хороните! Ужасный, злой! И вообще, негодяй был. И как только земля носит таких, а? И не пожелаешь мир праху его, и не скажешь, земля ему прахом, то есть пухом. Ты что, монах, перемолился? Ой, батюшка, да за что же мне такое благословение? Это что, опять на кладбище? Опять? Только теперь не хули, а хвали. Превозноси. Говори, какой распрекрасный был человек. Батюшка, а может, не надо? Может, пусть вначале заживет? Ничего, ничего, не страшно. Так иди. Да что же это такое, а? Ты зачем в монахи пошел? Ну, зачем? Ну, чтобы спасаться. Чтобы молиться за весь мир. Так вот, если хочешь быть настоящим монахом, запомни, послушание превыше поста и молитвы. Батюшка, благословите. Thank you.
То хвали, то хули. Так ведь могут и того пристукнуть. И зачем я в монахи пошел? Жил бы себе нормально, как все. Молился бы полным правилам, в храм бы ходил. А так, выполняй волю из ума выживших. Не-не-не-не-не, уйду. Уйду, точно уйду. Уйду в мир. Фух. Точно уйду. Превыше поста и молитвы. Фух. Пронесло. Прости, Господи. Не, что там в этом миру? Миру не то. Грех один. Господи, прости. Хвалил? Хвалил, отче. Ну и что, покойник? Что-нибудь отвечал? Благодарил, может? Нет, отче, ничего. А когда ругала? Покойник что ответил? Обиделся, может, и ругаться полез? Нет, отче. Молчал? Молчал. Молчал. Вот как. Вот так и монах. Хвалят его или ругают, должен быть как мертвец. Ни похвала, ни злоба, ни обида не должны смущать его душу. В этом и состоит красота монашеского подвига. Вот так-то, братец. Так и ты. Если желаешь спастись, не гневайся тогда, когда тебя бесчестят, не превозносись тогда, когда тебя восхваляют. Поступая так, как эти мертвецы, спасешься.